В первомайские праздники спасатели и полицейские несли службу в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка было задействовано свыше 100 правоохранителей, 37 добровольцев, а также сотрудники частных охранных предприятий и казаки. За время праздников в дежурную часть поступило 52 сообщения о происшествиях. Для обеспечения охраны общественного порядка 1 мая было задействовано 115 сотрудников полиции. В указанный период времени было выявлено 107 административных правонарушений, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, некоторые жители нашего города продолжают игнорировать требования закона, управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и подвергать тем самым своей жизни и жизни окружающих граждан опасности. Преступление в указанный период времени не допущено.